ставим здесь украинскую бимбу. Я не знаю почему. Реально многие называют этот гаджет украинская бимба. А вот теперь поехали. Давай, 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 давай. Блин, я хочу ультануть. Я хочу просто ультануть. Нет, 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 нет. Ультанул. Я все-таки... Я все-таки ультанул у него. Ай-яй-яй-яй. Я опять сдох, пацаны, карты... Держитесь. О-о-о-о-о, пошли, пошли, полетели монеты. Пипец, 4158 с одной тыки. Ну что, друзья, всем привет, с вами как всегда Ромзи, и добро пожаловать в Brawl Stars, и наконец-то настал тот момент, когда мы вместе с вами будем тестировать новенького эпического бравлера Грифа в событии Роборубка, и я пока не знаю, до какого безумия мы сможем дойти, но я уверен, что видосик будет мега крутой, потому что бравлер Гриф очень, очень и очень сильный, но за это, друзья, нужно обязательно поставить лайкусик, подписаться на канал, если вдруг не подписаны. И главное, друзья, не забудьте, зайдите в магазин и проверьте, введен ли у вас код автора Робзи, а мы погнали. Первый этап, обычная сложность, начинаем разваливать кабину. Вот это будет жестко, ребята, сейчас мобы будут просто отлетать. Роботы, боссы, вообще не слышал, кто это такие, потому что Гриф их будет убивать с нескольких ударов. Но это не точно. Посмотрите, дальность атаки огромная, атака, друзья, практически 3000 урона с одного выстрела. Пока что вторая волна, и я даже не увидел ни одного мобика, ребят, а можно мне хотя бы, о, посмотри, давай, давай, нифига себе, ты чё, быканул, что ли, давай, кто на меня. Кстати, знаете, что я сделаю? Я вот здесь просто поставлю свинобомбу, пускай она взорвет эту переграду, чтобы мне было проще убивать мобов, чтобы они сразу шли на меня. Так, ставим еще одну свинобомбу, давай. Просто рушим все вот это вокруг. Нефиг, нефиг нам вот эти преграды создавать. Я буду сейчас все ломать вокруг, ребята. Просто свинобомбы раз... О, а где босс? С какой стороны? А, босс идет снизу. Поехали. Поехали, ребята. Сейчас я со своим огромнейшим уроном просто нафигачу. Давай, 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 посмотри. Про-то-то-то-то-то. Посмотри, сколько, 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 смотри. Вы видали? Вы видали этот урон? Каждая тысячка в 3386. Это пипец как дофигища. Так, давайте. Я здесь просто разбомбил всю территорию и готов принимать мобиков. Давайте. Шестая волна. У нас еще с вами 44 секунды продержаться. Но смотрите. Я уверен, что до первого безумия мы пройдем, знаете, чисто с закрытыми глазами. Просто будем стоять, ничего не делать, смотреть, как мобики будут умирать. Смотри, идет, идет пистолетчик. Ага, давай, давай. Не достал до него. А вот так хочешь? Ой, ой, это было... Это было слишком сильно. Вот, давай, 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 чувачок. 4800, смотрите. Где твои 4800? Практически с одного выстрела я снес ему фул хп, ребят. Очень много урона. А еще под бафом бита это колоссальный дамаг. У нас остается буквально 12 секунд. И самая, самая обычная сложность уже пройдена. Мы сейчас только заканчиваем. Сразу кнопочку играть и поехали. У нас будет следующее, уже сложное. Сразу делаем некие гадости. Ставим здесь украинскую бимбу. Я не знаю почему. Реально многие называют этот гаджет украинская бимба. Так, ну блин, мобы разлетаются на ура. Вы понимаете? Я даже ящики этим бравлером фармлю с двух ударов. Это пипец как жестко. Где мобы? Где мои мобы? Давайте мы вот здесь придем. Смотри, 4800, хопа, 2000 остается. Мы сейчас еще ставим еще одну бимбу. Сина бимба взрывается. Все, все, давай. А, дальность атаки? Дальность атаки не позволяет. Вы что, офигели? Я просто типульку с одного ульта убил. Просто моб такой говорит, ого, ого, как больно. Давай, ого, как больно. Еще монетки. Еще монетки. Давай, 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 давай. Нифига, нифига, нифига. Так, давай, 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 идем. Этого выносим. Этого выносим. Ульта прилетела. Где? О, босс идет. Босс, ребята. Сейчас мы на босса нарвемся. Давай, 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 давай. Подожди, пускай постреляет. Я не такой толстый, чтобы дефа стоять просто в упор. Фига. А вот теперь поехали. Давай, 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 давай. Блин, я хочу ультануть. Я хочу просто ультануть. Нет, 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 нет. Ультанул. Я все-таки ультанул у него. Так, давайте еще одну бимбу поставим вот здесь. Мне не нравятся эти стенки. Я хочу их все просто разнести. Бум!
минус стеночки. Так, я буду здесь под бафиком бегать. Эта сторона моя. Это... А, это вы уже там воюете? Ну ладно, вы отобьетесь. Я думаю, что вам ничего не грозит. Пускай они все на меня идут. Давай, давай, кто на меня? Врывайся, давай. Ну блин, скучно на самом деле. Я просто стою, можно ничего не делать. Эй, эй, меня стреляй. Ты чё, дик? А, там у вас двое? А, их там было всего лишь двое, ребят. Ну, разнесли. Так, пацан, подкатывай. Давай просто... Это было пипец. Это было пипец. Не-не-не-не-не, друголетчика. Подожди. Баф уже с этой стороны пошел. Давай просто... Ульти вынес на изи. Это, кстати, сложная сложность. Это немножко каламбур сложная сложность. Но мы ее, ребят, прошли, как вы заметили, вообще на изи чамбочку. Ну, развалили всех. Развалили всех, погнали на следующую сложность. Итак, это у нас эксперт. Я сразу иду налево. Сразу здесь ставим бимбу. Конечно, когда, друзья, у нас будет там безумие второе, безумие третье. Я не буду заниматься такой фигней, я не буду ломать лишние растенки, потому что это было бы крайне глупо. Это было крайне неразумно. Вот это мы сейчас ломаем. Сейчас и ящики получат, и еще кусок этой стены получит. Так, врываемся. Давай, 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 давай. Этого вынесли. Давай, налетай на меня. Ага. Хочешь получить по мордасам? Получи, дружалечек. Так, тихо, тихо, хилимся. Уходим. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Блин, какой же он просто жадный кассовый аппарат. Реально, это жадный. Мне нравится, как у него монетки на голове. Вы замечали, что у него монетки на голове переваливаются, когда ты бегаешь вот туда-сюда? Монетки тудым-сюдым. Так, подожди, ты что там, решил меня пострелять? Ага, ага, я сам тебя сейчас постреляю. Нифига, 1300 хп осталось. Вот это ты, конечно, быканул. Вот это ты, конечно, быканул, друголечек. Сейчас, 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 сейчас. Смотри, 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 смотри. Врываемся, просто ульта пошла. Давай, сейчас вернется. Пр-пр-пр-пр-пр. Вы видали, сколько с ульты залетело? Просто жесть. Пролетели карты туда. Нанесли там примерно по 2000. И обратно каждая карта наносит тоже по 2000. Колоссальный дымак. Просто сумасшедший. Так, смотри, идет, идет мобик. Давай просто тра-та-та. Смотри, ульта пошла. Хоп, добиваем. Ульта возвращается. Шик. И просто снесла ему башню. Просто срезала. Ну, это было... Чем он доллары бросает? Банкноты? Так, монетки. Так, давай, давай, давай. 11 хп. А ну-ка, давай, друголетчик. Давай, ты чё, быканул на меня? Ты на кого тут пытаешься быковать, дружище? Так, 10 тысяч хп. 2900 с картом. Блин, жалко, что карты так долго возвращаются. Можно было их просто нажать кнопку и вернуть сразу обратно. Так, давай, давай. Нет, блин, бравлер очень сильный, ребят. Бравлер мега силен. Я не знаю, кто больше него бьет у нас урон с одной атаки. Это... А, подожди, Нани. Да, Нани, получается, бьет немного больше. Нани 2900, а у Грифа 2790. Итак, испытание мастер. И некоторые, кстати, пишут: Робзи, а зачем ты каждый раз пока... Ребята, это уже рубрика на канале, вы понимаете? Каждый раз, когда появляется новый бравлер, мы играем с вами в роборубку, мы играем с вами против босса, мы играем с вами за мега бойца, мы тестим каждого бравлера. Уже несколько лет, ребята, я снимаю каждый раз эту рубрику, когда выходит новый бравлер. Но мне интересно, насколько он хорош, есть ли смысл брать его вам, допустим, в эти режимы. Или лучше, допустим, играть стандартным набором, там, ПМ-8-бит Кольт, или ПМ-8-бит Булл, или ПМ-8-бит Джесси. Кстати, Джесси в этом режиме, мне кажется, самый пока что идеальный бравлер. Ну, естественно, ПМ-8-бит и Джесси. Но это лично, сугубо мое мнение, поэтому оно может отличаться от вашего или от чего-либо. Потому что Джесси, ребята, все-таки эти отскоки, это имба, имбища, плюс ее пушечка, это очень жестко. Так, давай, 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 давай. Сейчас, сейчас поставим тут, тут, тут. Карты полетели и обратно, посмотри. Просто снесли башню. За сколько мы робота убили? За 2 секунды, за 3, за 4? Да нет, ну секунд 5 от силы он прожил, говорит... Мама дорогая, против такого урона здесь не повоюешь. Кстати, если вы играете за бита, обязательно берите ту пассивку, которая дает, получается, вам плюс бонус. Та, которая дает радиус, она уже работает плохо, ее нет смысла использовать. Так, полетели карты. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, добиваем. Добили, ребята. У сейфа 100% и следующее испытание. Золотушечки, ребята, пошли. Золотушечки, ребята мои. Мы проходим на изи. На 100% сейфа, я думаю, что мы сможем отбиться. Так, давай, 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 давай. Не-не, 16 тысяч хп, давай, смотри, хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Вынесли, вынесли просто пацанчиков монетками. Так, где, где, где? Мобы, 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 я хочу ульту. Я хочу ультой бахнуть. Смотри, смотри, ульта пошла. Снесли, снесли, пацанов. Монетки крутятся, банкноты мутятся, ребята. Все очень круто, 100% сейфа. А теперь безумие. Безумие номер один.
Я думаю, что мы здесь справимся, и у меня есть небольшое предположение, что мы дойдем до третьего безумия, но не факт. Но не факт, потому что я не знаю. Кстати, на этом безумии я уже не буду ломать заборчики, я буду просто встречать пацанов за заборчика и разваливать, потому что здесь опасно. Сломаешь заборчик, налетят потом золотые мобы, скажут ку-ку. Ку-ку. Ку-ку, не ждали, а мы пришли как бы к вам в гости. Так, 4800. Давай, давай, тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Все, минус, минус. Ну, легко, легко, пока что все окей. Так, там справляется 8 бит, я держу левый фланг, спрятался в кустах. Как же прикольно, его монетки пересыпаются по голове. Блин, этот бравлер реально мимасный, вы посмотрите. Просто ходит, монетками бросается, на голове монетки трусятся. Тут, о, давай, 11 хп, давай, просто. Хоп, давай, тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Опа, и вернулись. Все, 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 вернулись бабосики. Так, мы отбились? Да, мы отбились, у сейфа 100%. Идет босяра, сейчас мы будем ульту на нем набивать. Давай, ультец, ультец, ультец. Ультец, молодец. А можно? 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 Давай, давай, давай. Оп-оп-оп-оп-оп. Пошли, пошли, полетели монеты. Пипец, 4158 с одной тыки. 4158. Но это, по идее, мой был урон. А, с ульты примерно я наношу ему около 10 тысяч. Так, смотри, 16 тысяч хп. Смотри, тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. И еще один выстрел. Все, все, все. Я теперь хочу с ульты попытаться ударить. Я хочу кого-то ультан... О, идет пацанчик, идет пацанчик. Эй, ты снес? Ты снес мою силу? Нет! Как я не рассчитал? Так, пацаны, я знаю, что вы задефаетесь. Я вас и верю. Вы молодцы. Не дайте ударить ни разу. Нет, 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 нет. Живите. Так, все, 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 все. Откуда идут? Отсюда идут. Сносим, 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 сносим. Сносим, ставим бимбу. Ставим бимбу. Так, 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 меня опять убили. Бимба откинула. Давай, 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 дефайся, дефайся, дефайся. Не дай ударить сейф, не дай ударить сейф. Давайте рисайтесь. Пипец, мы задефали сейф на 100%. Ну, пару раз дохли, подумаешь, но сейф мы задефали. Итак, это безумие второе. И у меня есть некое подозрение, что этот бравлер не так уж и сильно подходит для этого режима. Почему? Ну, я не знаю почему. Либо у меня просто руки из жопы, либо просто он не подходит сюда. Потому что что-то мы в прошлом раунде начали умирать, непонятно. Ну, либо просто я слишком сильно перебыковал. Ну, кстати, это скорее всего, потому что нефиг было быковать, дружище. Так, давай, 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 давай. Ага, ты куда стреляешь? Опачки, вот так вот. Где еще один мобик? Так, дефайтесь. Все, надо было просто быть немножко паста. Ну, я слишком был самоуверенный, понимаете? Слишком был самоуверенный. Вот, если вести себя аккуратно, не быковать, не лезть на этих стрелков, а просто аккуратненько их тинь-тинь-тинь отстреливать, в принципе, хорошо. Так, идет большой. 11 хп. Давай, на тебе бимбу. Хочешь? Сейчас его оттолкнем, смотри. Бум! Просто бимбочкой подбили. Так, босс приближается, пятая волна. Минута остается, минута 10. Вроде бы все окей, босс у нас идет снизу. Ульта у нас заряжена, у 8 бита тоже есть ультешка. Так, давай, давай, давай. Поехали, поехали. Пошли картейки, давай, 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 давай. На обраточку тоже всем залетело, все карты. По идее, все 5 карт у нас попали. Так, сейф полный, босса убили. Украинскую бимбу можно поставить прямо на сейфик по центру. Хотя нет, я лучше ее использую, когда будет совсем плохо. Знаете, типа такой... Погибаю. Так, давай. Ага, давай, давай, давай. Опа. Опа, 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 опа. Пацаны, вышел, вышел. Я пошутил. Я пошутил. Я пошутил! Бьют сейф, пацаны, спасите, помогите. 33 секунды остается, безумие второе. Мы сейчас все умрем. Я не... Так, я рыснулся, мы никто не умрем. Я пошутил, блин, как же неудобно, когда ты рисаешься, у тебя. Ай-яй-яй-яй. Я опять сдох, пацаны, карты. Держитесь. Я верю, вы выживете, 3 секунды. 2 секунды, я сейчас рыснусь, я помогу. Пацаны, все нормально, выживем, держимся, держимся. Сражаемся, я дефаю. Ставлю бимбу, давай, убиваем, все, 8 секунд, я не хочу идти на безумие третье. 3, 2, 1, давай. Еще одна бимба пошла, взрывай. Сейчас взорвется просто. Бум, напоследок. Но мы выжили. Мы выжили. Почему-то мне кажется, что безумие третье нет смысла проходить. И мы там сейчас сольемся. Поэтому давайте просто проверим. Сейчас посмотрим. Я буду настроен максимально серьезно. Все, смотрите. Я мистер серьезность. Я мистер сосредоточенность. Я мистер... кто? Ладно, неважно. Все, мы сосредоточились. Мы сидим тихонечко в кустиках. Все, ждем, ждем, пока к нам придут роботы. Набиваем ультец. Кстати, до робота я заметил, набил 25%. Так, хорошо. Сразу идет 3.
Вы там попухли, что ли? 4 робота сразу? А можно как-то осторожнее? Пипец, они все решили пойти своей стороны. Так, чуваки, вы чё? Эй. Так, дефаемся. Тихо. Хорошо. Пипец, видали, они все просто с моей стороны. Это что за наказание? Они решили меня просто задавить, что ли? Задушить? Минута 17. Минута 10 у нас пойдет босс. Хорошо, так, у 8-бита есть ульта. Приближается большой робот. Так, здесь у нас тоже большие роботы. Ну, ладно, с ними мы сейчас разберемся. Еще два удара. Так, подожди, тихо. Он сейф покоцал. Пацаны, он покоцал на сейф. Идем. Так, бросаем. Картишки обратно залетели. Босса убиваем. Тихо, живем. Ух, справились. 50 секунд прожить, и у нас 92% у сейфа. 29 тысяч хп всего лишь у сейфа. Третье безумие. Дальше я уж точно не пойду. Я уже на 100% это знаю. Так. Давай. Хорошо. Нет. Я выжил. У меня было, видели, 700 хп. Я чуть не нарвался на... Если бы я нарвался на бомба, было бы обидно. Было бы очень обидно. Так, давай. С этим разобрались. Так, давай, тихо. Карты. Крутитесь. 20 секунд. Еще один пухометчик идет. Тихо. Давай. Просто монетками засыпали. Так, ставим бимбу. Просто бимбочку. Так. Ульта. Где моя ульта? Полетела ульта. Так, налетели. Бимба. 5 секунд. Ребята, везуме 3. Мы его легче прошли, чем прошлое, ребят. Я сдохну нормально. Дальше идти точно нет смысла. Поэтому я буду закругляться. Не забудьте лайкусь влепить, ну подписаться, и самое главное, ребят, код автора Робзи, и у вас будет все просто офигенно. Вводите, проверяйте. Удачи.